Всем огромный привет! С вами Лиза Дрипскит и добро пожаловать на мое новое видео. Это будет мини-влог о посещении замечательного английского городка под названием Шрюсбери. Шрюсбери находится примерно в 3 часах езды от Лондона, в зависимости от того, в каком районе вы находитесь. Но в целом, это прекрасное место назначения для поездки на один день, либо на выходные, потому что Шрюсбери вы можете совместить вместе с симпатичными холмами, которые находятся неподалеку. Чтобы вам было понятно, где находится город Шрюсбери, я сейчас покажу вам карту. Вот, собственно, так он выглядит на всей карте Англии. И тут чуть более приближенный вид, где вы можете посмотреть, где находится этот город относительно других более известных городов Великобритании. Надо сказать, что Шрюсбери не очень знаменитый город, на самом деле. Когда я приехала в Великобританию, я о нем практически ничего не слышала. Услышала я о нем впервые только лишь, наверное, 2-3 года спустя переезда. И так только мельком. Знаю, что здесь живет... Здесь есть такое комьюнити иностранцев, здесь живут австралийцы, здесь живут американцы почему-то. И я не могла понять, почему, пока не увидела этот город. На самом деле он замечательный. Также Шрюсбери знаменит одним таким большим важным моментом. В этом городе родился Чарльз Дарвин. И сейчас мы походим по городу, я покажу вам самые красивые улочки, места. Это будет совсем небольшое, короткое видео, как я уже сказала, потому что мы здесь проездом, мы едем на самом деле обратно из Сноудонии в Лондон. И Шрюсбери находится очень-таки удобно по пути. Мы проехали уже 2,5 часа, остановились здесь пообедать и погулять здесь парочку часиков перед тем, как продолжить нашу поездку обратно домой. Ну что, пойдемте. Город, на самом деле, средневековый. Здесь также есть замок, здесь очень много различных руин. Но центр города знаменит именно своими домами в стиле фахтверка, вот с такими вот рейками. И некоторые дома очень-очень старые. Например, вот этот дом, который мы с вами смотрим, судя по табличке, Abbott's House, построен в 1450 году. То есть вот такая старина здесь. Все такое старинное и красивое. Это, на самом деле, одна из самых главных улиц. Она отходит от, наверное, самой главной улицы. И здесь вообще приятно погулять. Шрюсбери также полно таких очень узких улиц. И в такой, на такой, одной из такой, таких улочек под названием Grove Lane находится магазин, посвященный символике Гарри Поттера. Вот эта улица напомнила мне такую симпатичную улицу в Йорке. Если вы не видели мое видео из Йорка, я оставлю его в описании этого видео. Но вообще все видео из путешествий у меня находятся в плейлисте «Путешествия по Великобритании». Ну, вот, собственно, самые большие пешеходные улицы. Кстати, улица, можно сказать, выглядит пешеходной, но на самом деле она не пешеходная. Мы на ней проехали на машине, пока искали парковку. Кстати, с парковкой здесь достаточно тяжело было, потому что сегодня банковский выходной, понедельник, и у всей страны отпуск. Поэтому очень много людей из приближенных городов приехали сюда на выходные, также из деревенек погулять по городу. И, естественно, также люди приезжают, как и мы, из Лондона. Возможно, кто-то также возвращался из Сноудонии и решил посетить Шрюсбери. Что меня поражает в Шрюсбери, так это старина этих домов. Эти дома настолько хорошо сохранились,
что сложно поверить, что они построены в середине 15 века. Вот это здание, которое я вам только что показала, на котором я чуть подольше остановилась, знаменито тем, что, кажется, в 1485 году там останавливался король Генрих VII. То есть вы можете себе представить, сколько поколений людей с тех пор останавливались в этих зданиях. И представляете, что на первых этажах этих зданий до сих пор находятся различные пабы, рестораны и магазины и прочие бизнесы. Кстати, Шрюсбери иногда сравнивают с городом Честером, и если вы не слышали о Честере, у меня также на канале существует видео о Честере. Как всегда, оно находится в плейлисте «Путешествия по Великобритании», так что обязательно посмотрите, это коротенькое видео, всего лишь на 5 минут. Но несмотря на то, что, конечно, Честер впечатляющий город, это римский город, там очень много различных развалин, и он знаменит своей красивой центральной улицей, тоже в стиле Тюдоров, но если в Шрюсбери эти все здания оригинальные, то есть это оригинальные здания эпохи Тюдоров 15 века, 16 века, то в Честере, конечно, сохранились средневековые здания, но большинство зданий на этой главной улице — это новодел. Это здания, которые были построены именно в викторианскую эпоху, и, естественно, несмотря на то, что они красивые, это не настолько впечатляет, как эти здания в Шрюсбери. Я уже упомянула, что Шрюсбери также знаменит тем, что в этом городе родился Чарльз Дарвин. Да, в этом городе он не только родился, но и прожил 27 лет. И буквально недалеко от города, я не знаю, где-то минут 10 в 10 минутах езды, находится как раз-таки усадьба, в которой он провел свою юность. Сейчас там находится музей. Также в Шрюсбери есть замок, который находится в самом центре города, но, как мне показалось, он, конечно, не такой впечатляющий, как, например, замки Уэльса, на которые вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео по путешествию на машине по Северному Уэльсу. Зато, конечно, от замка Шрюсбери открываются потрясающие виды на центр города. Ну что, подводя итоги, я надеюсь, что вам понравилось видео про Шрюсбери, и вы узнали из него что-то новое, и, возможно, добавили Шрюсбери в свой список для посещения. Как мне кажется, это один из самых недооцененных городов Англии, потому что он правда красивый. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, и увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч! Пока-пока!